8 лет я делал подтяжку в рывке. Да? У меня был рывок 180, а толчок 235. То есть рывок я уже не набирал. Хотя позже. Вот плюс приседания не получится. Хотя девочка рвет у нас 100 рублей. Она 100 рублей в классике. Из ляма 100 рублей. Ей 17 лет, 2002 года. Чемпионка, она двукратная чемпионка мира. Да. Ну, к сожалению, не получается. Девчонки хорошие. Я еще, знаете, как давал? Рвал диски на катании. А еще, да? Еще, да, еще больше получается еще больше. Вибрация. И, то есть, сел, сделал раз, два, и на третий, то есть, получается, разгоняешь ее. То есть, чувствовать в амплитуду попадать. Классно. Сейчас вот работает. Девчонки, вот, две девчонки у нас подрыв не получался. Мы видео показываем. Смотри, надо как подрыв делать. Ну, как все учат подрыв. Ну, это же не обычный подрыв. Многие же это делают, так не практикуются, много делают. Но у кого не получается, можно попробовать для разнообразия. А вдруг и одна девчонка поймала. Подрыв именно вот, именно, значит, вот это получила. Да, получила подрыв. То есть век живи, вы учись, да? А я хочу масса. А я хочу масса, не говорю. Хорошо. Без выхода на носки. Что самое тяжелое. Да, без выхода на носки уже еще больше работает. Да. Мотор в без пушки рыгнет, да? А мотор? Без пусты зоржит, без капусты рыгнет. Мотор зоржит. Не говорю, сол, идем, а? Мунда гайдуш керек, да? Шынтап, былай хараш керек. Ау, осы ерек. Ya.
тягу делаем, то делаем. Этого достаточно. Тяги мы и в варианте без выхода делаем, и с выходом делаем. В зависимости от того. Именно сам, само икру нужно мерзать. Мне кажется, надо все-таки отдельно тренировать. Потому что я думаю, что икроножная мышца сама по себе, она же окислительная, то есть она не забивается, мы очень много ходим. В них надо развивать эти быстрые мышцы, гликолитические они нужны. А они у нас не развиты. Мы прыгаем, ну прыжков 5 прыжков делаем. За 5 прыжков она не тренируется. То есть нужно либо больше повторений, либо больше подхода. Ну, то есть надо над икрами отдельно работать. Ну, конечно, я предполагаю, но все-таки мышца требует работы, тоже мышцы. Тем более она очень сильная мышца. Я посмотрел, сейчас девчонки делают большие веса и все. Вот сам пойди там выход назад. Он тут, если видео смотреть, то у большинства идет выход вертикальный, а это уже на уходе же человек туда внизу ходит. Да. И все путают. Думаешь, что спину убрал, а на самом деле некоторые уже это момент ухода идет вниз. Некоторые путают, да. Это если есть хороший корсет, вот, и ты компенсируешь. Не чувствую. Они могут быстро дров наломать. А вы? Булде. Вот, потому что наших советских же никогда не было. Да. Это вот больше игра Китай. Китай. Это очень классная штука. Вообще, особенно когда вот это не опускать. Стоит. Посмотрите, приседать всех удобно. Сошел, да. Присел, расслабился. Положил на нее. Да. Они до того уловчились, китайцы, они просто идут, чувствуют уже, опускают. А китайцы молча, они очень далеко ушли вообще. Китайцы молодцы. Ага. Наверху, на долю секунду оставить. Вниз под контролем пускать себя, да? А вверх чуть-чуть быстрее. Вверх чуть скорость Thank you.
чуть-чуть ускорить кылыш керек, а? Там. Ага. Işler. Şöyle bak, millet almadı. Kızlar. Kız bol kaç.